экскурсии в Вифлееме. Очень узкая, что делать? По РФ набралось 200 запросов с левыми. А рекламить по Израилю также обязательно. По-другому никак. Вот. И я могу даже сказать, что... Ребят, чем у вас уже ниша на самом деле, тем шире вам надо рекламироваться в других видах трафика. То есть вам не контекстная реклама нужна, вам больше нужна просто использовать те же, ну, эти генераторы, как они называются, купоны, ну, не купонные сайты, из головы опять вылетело, сайты с бронью билетов, вот это все, букинги, о, букинги. Так, ну вот Анатолий умный написал вопрос, давайте ему поаплодируем, я его прочитаю. А если ты нарисовал сам прототип сайта в фотошопе, какие дальше какие действия? Отправлять дизайнеру, программисту, в общем, как ты сам учился писать сайт? Тяжело ли это делать? Тяжело, и я не умею писать сайт. Я умею писать часть кода, остальное все делают у меня мои тимлиды. В том числе, кстати, возможно, они смотрят вебинар. Привет им передай. Вот. Вы можете посмотреть все это, в принципе, в моем... Я думаю, вы смотрели, но у меня в блоге есть... Как он называется-то? Лендинг... Видеокурс по лендингам от Константина Горбунова. Загуглите. У меня там есть 9, по-моему, серий о том, как я, в принципе, все это рассказываю и делаю. Вот как раз как отправлять дизайнеру и тому подобное. То есть вот это все абсолютно я там описал. Сколько ты работаешь в день, в часах, по-разному? Как если приходит вдохновение, работаю по 6 часов, по 7. Нет, вру, наверное, меньше работаю. Если продуктивных часов, я работаю, наверное, часа 3-4, не больше.